обычный монитор с парой фишек для игр. Сегодня знакомимся с монитором AOC Value Line 24 V2Q. В комплекте монитор, кабель питания, блок питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort и документация. Внешне это обычный офисный монитор с IPS-матрицей на 23,8 дюйма, с разрешением Full HD и тремя тонкими рамками вокруг экрана. Но есть изюминка. Частота обновления 75 Гц. Это значит, что монитор отображает максимум 75 кадров в секунду вместо 60 кадров, как у обычных мониторов. Поэтому вы получите более плавную картинку в играх, но при условии, что мощности вашего компьютера хватит для повышенной частоты кадров. Еще из игровых особенностей есть поддержка технологии FreeSync. Она синхронизирует монитор и видеокарты от AMD, чтобы избежать артефактов на изображении. А вот время отклика без изысков. Вполне обычные 5 миллисекунд. Что касается разъемов, HDMI 1.4, выход на наушники 3,5 мм, а также DisplayPort. Регулировка экрана максимально простая, только вверх и вниз. Подведем итог. Этот монитор подходит для обычной работы за компьютером. За счет повышенной частоты обновления и FreeSync на нем можно и поиграть, но для игр существуют отдельные модели. У них частота обновления выше, а отклик еще ниже.